тяжелый, наверное, момент, что вообще можешь сказать об этом всем сейчас? Не знаю. Очень-очень тяжелый момент для меня, для команды, для клуба. С ребятами старались до конца, все отдали, чтобы на концу успели остаться в Премьер-лиге, но, к сожалению, не получилось. Можно сказать, что сегодня как раз вы заслужили победу больше, чем Краснодар, как считаете? Ну, не знаю, это уже не первая игра в этом сезоне, где мы заслуживали побольше, чем поражение или ничью. Но так бывает, это футбол, и надо двигаться дальше. Роберт Морено сказал, что остается в команде. Это и на следующий сезон в том числе. Насколько это важно? Конечно, это очень важно. Он отличный тренер, и думаю, 100% поможет клубу, вернется. Ваня, а что насчет твоего будущего? Есть у тебя какие-то мысли? Ты не общался с руководством? Не общался и ничего не знаю. Вон сегодня финальный свисток. Какие первые мысли в голове? Не знаю. Очень много эмоций. Очень много болельщиков сегодня пришло поддерживать нас. И, ну, конечно, перво подумал, что все, Сочи вылетает в ФНЛ. Очень жалко. Это самый тяжелый момент твоей карьеры за всю карьеру? Да,